Иркутские ученые разработали уникальный прибор, у которого нет аналога в мире. Он опережает все научные исследования на 5, а то и 7 лет. Они создали разработку, которая проводит диагностику самолетного двигателя всего лишь за 20 минут. Ну а для этого нужно-то немножечко слитого масла. Причем точность прибора поражает. Традиционные методы диагностирования маслосистемы, которые использовались, они обеспечивали достоверность диагностики порядка 5%. Значит, то, что нам удалось сделать, мы эту достоверность сумели поднять до 90%. В некоторых случаях даже делали прогноз остаточного ресурса. То есть еще сколько можно времени эксплуатировать двигатель, ну, вот с этим возникшим дефектом. Прибор не только суперточный, но еще и экономичный. Он позволит проводить диагностику двигателя, не снимая его с самолета, как это делают сейчас. На такую процедуру как минимум требуется 20 миллионов рублей. И самое главное, разработка иркутских ученых уже начинает использоваться на российских предприятиях. Чудо-аппарат уже заказали в Перми и Рыбинске. Теперь ученые собираются точно такой же прибор для диагностики автомобилей, поездов и кораблей.